Добрый день, дорогие зрители, студия Старладдера. Особый привет нашему любимому чатику, и мы продолжаем смотреть Инсомнию. Да, всем, всем еще раз добрый день, добрый вечер, доброе утро, какое у вас там время дня. У нас Инсомния, турнир Бессонница, проходит он в Великобритании, довольно длительные игровые дни, по 10-11 часов мы смотрим, но на самом деле матчи очень интересные. Да и в целом список участников впечатляющий, причем мне понравился баланс на этом турнире. 8 слотов по инвайтам, 8 слотов по квалификации, и сейчас у нас играет пара Легендарен против Несса. Несс одолел просто нереальную группу, Легендарен показал хорошую игру, и вот сейчас я уже задумываюсь о том, кто же станет победителем в этой паре, потому что игроки специфически. Легендарен более известен, чуть попозже я вам немного о нем расскажу. А вот Несс сказал, что он на Инсомнии уже второй раз в своем видеоинтервью. У меня в списке турниров его нет. Напомню, что это Инсомния, это первая Инсомния, которая проходит на настолько большом уровне. До этого Инсомнии были турниры, но это первый раз, когда этот турнир проводит на таком высочайшем уровне. Да. И это первый раз, когда есть освещение на всевозможных языках. Все очень круто сделано по технике, по приглашенным игрокам. Я очень рада, что ребята прогрессируют. Уровень турниров и квалификации, подготовки турниров очень-очень повышается, и это приятно. Вот что хотелось бы отметить по поводу Несса. Я вспоминаю сразу ПГЛ в Румынии, я вспоминаю другие турниры, которые проходили в странах, и как раз игроки из этих стран попадали через открытые квалификации на сам турнир. Вот NES это такой же представитель, потому что Insomnia, повторюсь, проходит в Великобритании, а NES как раз представитель этого славного региона. Да, действительно, достаточно интересные ребята. Вот если Легендарен выглядит более опытным, он у нас London Conspiracy, выиграл за свою профессиональную карьеру порядка $5000, у него огромный опыт, он принимал участие во всевозможных госукапах, Intel Extreme Masters, принимал участие на DreamHack Summer 2014, Prismata Cup, Gfinity, принимал участие в Hearthstone World Championship 2015, сетка последнего шанса. И даже у него винрейт достаточно высокий, это 63%, он сыграл на просцене 40, по-моему, 6 матчей. Так что этот игрок очень известен. А вот по Нессу ты абсолютно верно отметил, что информации как таковой особо нет. Он вот родом с Великобритании. У меня есть единственная информация, что он выиграл $923 за свою игровую карьеру. Неплохо. И в турнирах у него значится World Championship 2015, как раз-таки сетка последнего шанса. Ну и несколько напутали у нас режиссеры, потому что сверху у Несса нету паладина в пике, а как мы видим, Несс будет играть именно на паладине. То есть, судя по всему, перепутаны у нас классы, потому что вот как раз Рога, Друид и Варлок, судя по всему, от Легендарена. Я предполагаю, что ребята либо вчера хорошо погуляли, режиссеры, либо тут что-то нечисто однозначно. И Малилок. Давненько не видели мы Малилока. Как-то у нас очень интересные периоды были. На одном турнире были исключительно Малилоки, потом именно чернокнижники на Рено. А этот турнир становится что-то чем-то средним. Да, то есть есть и Малилоки. И через два имплоужена, кстати, играет Легендары на своем Ренелоке. Ну и один из игроков сейчас непосредственно паладин. Это мидрейндж паладин, судя по Сильвани, интенданту, играет еще и через два освещения. Да, ну и мы видели на мулигане Big Game Hunter, то есть это определенно не секрет. И, судя по двум консекрахам, это сомнительно, что Рено. Угу, вот именно об этом как раз-таки я это и отмечала. Потому что видели мы уже Рено паладинов, которые на старте немного напоминали мид паладинов. И вот, возможно, это какая-то интересная редакция. Помнишь, мы разбирали колоду Лайфкоуча, который играет на Рено Паладине? У него колода всем хороша, кроме одного. У него одно равенство, одно освещение. И мы пришли к тому, что, возможно, ключевые карты АОЕ стоит все-таки играть в количестве двух штук. Ну, посмотрим, посмотрим. Вот, наконец-то у нас изменили иконки. И вот как раз Несс использует Друида, мидрейндж Паладина и Приста. Что удивительно, между прочим, учитывая нерезультативность этого класса на последних турнирах. По крайней мере, нерезультативность дракона Приста, а вот контроль Прист, возможно, и неплохо заедет. А Легендарен отыграет на Варлоке, мы уже видим, что это Малигас Лок, Друиде и Разбойнице. Я смотрю, что вот на Инсомнии прям повальное количество разбойниц.
Это хорошо, разбойница очень интересный класс. А у меня есть также маленький сюрприз для наших зрителей. На разных ресурсах плей-офф у нас подается под разным форматом. Кто-то пишет Single Elimination, кто-то пишет Double Elimination. То есть у нас есть два варианта. Если все-таки на одном из ресурсов верно, то Калента у нас покинул турнир. А если нет, то у нас сегодня запланировано еще 14 матчей, Калента упал в сетку последнего шанса. Мы все еще ждем информации от организаторов, чтобы они нам уточнили всю информацию по происходящему. Я понимаю, что фанаты наверняка будут болеть за то, чтобы Калента все-таки продолжил играть в турнире. Так что будем ждать информации, потому что такие полярные мнения на двух достаточно авторитетных порталах. Да, то есть вот на самом деле непонятно, кто напутал, но вот тут хочется сказать, что несмотря на то, что турнир Insomnia проводится на высочайшем уровне, все-таки есть определенные баги как раз с информацией, с сетками. Вчера неожиданно закончился у нас день, хотя мы должны были бы еще откомментировать как раз таймбрейки. Ну вот, некоторые есть недоработки есть, нюансы. Но это логично, то есть, несмотря на то, что это Insomnia под номером 56, и мы уже находили вчера с Игорем то, что на самом деле было проведено еще 55 Insomnia, вот, для Hearthstone проводится четвертый раз в рамках этого турнира, но на таком огромном, высочайшем уровне это первая Insomnia, поэтому логично, что есть определенные недочеты от организатора. Будем надеяться, что Insomnia под номером 57 будет еще лучше. Я думаю, что мы теперь, знаешь, как должны приветствовать наших зрителей. Дорогие зрители, приветствуем вас на Insomnia 56. Да, 56-я Insomnia, только кажется, представьте себе. Знаешь, самый тонкий троллинг, когда напишут зрители: ребят, а где посмотреть воды до этого 56-омний? Где был Hearthstone, пожалуйста? Ну вот, Hearthstone был в четырех инсомниях, как мы вчера. Ну, признаюсь, я ни об одном из них толком не слышала. Я думаю, что это были какие-то, возможно, небольшие турниры, а возможно, это были просто региональные турниры только для Великобритании. Ну, я как раз отмечала это. Этот турнир, вот именно эта попытка под номером 56 считается самой успешной, потому что они вложили очень много усилий, очень много времени. Да, и будем, очень много стараний. Ну, именно и не будем скрывать, очень много денег на самом деле также вложили, но потому что и стенд, и вот стул, там каждое кресло, все это организовать, это немалая затрата, да и призовой 30 тысяч, плюс всех игроков еще надо привести. Ну, организаторы, это не так просто, да? На самом-то деле. Ну и давайте смотреть. Здесь остается 16 здоровья у легендара на 22 для Несса. И Несс вот неплохо спасает себя Сильваной, потому что здесь, судя по всему, придется в Сильвану уходить и доразмениваться, что ли. Вот интересно, как будет отыгрывать легендаром, потому что можно тапнуться и попробовать найти сову, а можно сыграть по-другому. Можно дать имплоужен и понадеяться на то, что одного из бесов как раз заберет Сильвана. Угу, потому что все другие варианты на 4. Ой-ой-ой. Вынуждают тебя тратить другие более полезные карты. Ну и что, доразмен? Ну, доразмениваться нужно, ты же не собираешься давать твоему оппоненту шанс зачистить стол и только тогда разбить Сильвану. Безусловно. И забирая дракона. Неплохо, но не идеально. Неплохо, да, но соглашусь, не идеально. Ну и что? Тут есть консекрейшн, но он сейчас не зачищает абсолютно весь стол, поэтому возможно, призыв в бой плюс квартермейстер, почему бы и нет? С другой стороны, Варлок не выбрасывал еще АОЕ, и ты опасаешься этого. Ну да, конечно, против такого оппонента, когда ты играешь паладинов рекрутов, призыв в бой сверху интендант, это не гарантия того, что ты его убьешь. Или что твой стол хотя бы выживет. Все-таки у Малилока приличное количество зачисток. Ну что, консекрейшн? И крошер? Есть, конечно, рандомный вариант с жонглером и двумя паладинами рекрутами. Есть целых два шанса, что попадут кинжалы. Потому что сыграл Мариэль. Ну и что? Несс рискует. Нет. Риск не оправдан. Ну, придется трейдить жонглера, но пугало ли его так сильно это? Он попытался, самое главное. Он попытался, но и также проспамил рекрутов, которые потом могут хорошо зайти под квартермейстера. Интендант тут выглядит очень хорошо. А вот как расчищает легендар? Ну, давайте посмотрим, какие есть варианты. Уже есть Hellfire на руках, но Hellfire также заберет твоего Corruptor. Можно ли оставлять этот стол паладину? Определенно нет.
Но его можно оставлять в случае, подожди, если а нет ты ли хилишься. Летала? 5 скараптера, бомба на 3, адское пламя. Мне кажется, что не хватает. Это 6, это 10 единиц урона. Нет, но нет. Вот там, между прочим, достаточно 3, пограничная ситуация была. 3 off, 2 off, если я не ошибаюсь, да, 3 с бомбы, Soulfire. Где-то у Рисан в момент, когда он так сильно нужен. Да, просто у тебя есть и бомба, игру. И Soulfire, и следующий ход ты можешь сыграть Малигаса вместе с Soulfire, это ровно 9 единиц урона. И именно поэтому Несс сейчас хилится. Кстати, у Легендарена Чернокнижник входит в топ его любимых классов, у него на нем 62% винрейт. А причем достаточно много матчей он наиграл. Я просто сейчас смотрю, у этого игрока вообще какой-то дикий винрейт. На Варе 91%, на Чернокнижнике 62%, на Друиде 80%. Но там, правда, не такая уж и большая дистанция. Потому что, как я сказала, он сыграл только у нас 36 плюс-минус несколько матчей на просцене. Но вот на Варе 90% винрейт. Угу. 12 матчей, то есть 11 побед и всего одно поражение он сделал на Варе. Неплохо сыграно. Ну, давайте посмотрим. К сожалению, Вара у него в пике нет, но зато есть Чернокнижник, есть Друид и есть Разбойница. Ну и Void Walker, наверное, тут будет выглядеть приятнее всего. А я смотрю на Винфьюри за одну ману и с Бронящимся Сержантом. Ну, как бы это скорее for fun решение. Ну, а вот... с другой стороны, ты поставишь сейчас Twilight Guardian'а, закроешь им... Как раз Винфьюри, возможно, стоило брать его, именно этого молодого Дракондора, по-моему, так и называется именно эта так. карта. Да, он очень... Это фофан существо, не более. Достаточно на забавное, самом деле, да. Но пикать его тебя бы, наверное, засмеяли. И что теперь делать Нессу? Все плохо. Там есть Маригас, там есть Soulfire. Мало того, что он потерял контроль стола, так он еще и не может никак выйти с рейнджа поражения. То есть в результате, я думаю, что паладин все-таки здесь не справится. Очень уж сложно будет. Нужно беспокоиться и бороться сразу по двум фронтам. Это стол, и это контролировать еще собственное здоровье. Да, хилбот уже вышел, и что сейчас делать, не совсем ясно. Ну и что? Soulfire у нас под Малигасом нанесет 9 единиц урона, плюс на столе есть 7. Итого 16. Один оф? One оф. У нас вчера очень забавные моменты были, когда в одном из матчей ребята расходились в одну единицу здоровья несколько раз подряд. Да, там 3-3-3 или 4 хода, да, забавная была игра. И в результате ты понимаешь, что ты не добиваешь, и им приходится размениваться. Не хватает чуть-чуть Легендарену долетало. Ему, по-моему, Таурисана не хватает, чтобы реализовать летал в этот ход, конечно же, после Таурисана. И при этом зачистить стол тебе нечем, нету ни Shadow Flame, ничего. А подожди, 5, 7, 10, 13, 17. Я вижу, если... он считает. Да. Я вижу, он Караптор считает. Это летал, если а я не ошибаюсь. Ну да, да, Караптор 3 плюс бомба. Так, пересчитывает. Так, давайте еще раз. 5, 7 плюс Караптор это 3, плюс бомба это 3. Это 13, и плюс Soulfire это 17, и по мане хватает. Это мисс Литл от Легендарена. Да, да, там всего хватало по мане. Ты можешь сыграть Караптора, можешь сыграть и бомбу, и Soulfire. У тебя 8 кристаллов маны. Маны хватало, да. И это мисс Литл. Чатик взбодрится сейчас у нас. И мне кажется, что нужно еще и результаты голосования огласить. Как раз таки, давай, наверное, после Литала... Минут через так 7, мне будет очень интересно. Забавно, забавно. А здесь есть интендант. Мы достаточно сильно увлеклись высчитыванием летал, а здесь есть интендант. И похоже, если бы не два сумеречных стража, то это мог бы быть летал. Уже для чернокнижника. И накажет ли Несс за то, что легендарен пропустил летал? Если честно, не думаю. Если бы не провокации, давайте смотреть. Крошер уходит в стража или две... Вот паладин и рекрут даже меняются. Вот так вот. Традиции нужно добивать зомби, хилиться. А неужели из-за такого сейчас размена он выйдет с рейнджа? Да, да, я еще дважды перечитал. Там точно был летал, потому что 17 здоровья у паладина. У тебя 8 кристаллов маны, семерка на столе, караптор 10, плюс бомба 13, плюс Soulfire 17. Четко хп в хп, и все идеально сходилось по мане. Да, да, там точно был летал.
А вот здесь полетало, все еще нет, и ты потерял контроль, стал Итаури-сан. Таури-сан как раз дает тебе возможность. А нет ли теперь ответного? Ну, летало тут точно нету. Караптор плюс Soulfire плюс бомба в Не-не, уже сумме. паладиновский А, считаю. паладиновский, да. Ну, тут нужно играть Мысли. определенно Таури-сана. А там, Хотя. по-моему, два офф, если я не ошибаюсь сейчас. 6, 8, 9, 10, 11, да, 2 офф, но можно поднять что-то наподобие Трусильвера. Или, не знаю, печати. Некоторые мидрейндж используют Да, печать. 2 консекрейшна вышло, к сожалению, они уже не придут, но есть варианты, ну и что, возможно. Жонглера тоже вариант под способностью героя, если под это дело будет место. Ну что, может быть, поэтому нужно играть Караптора в зомби? И Таурисана ты опять не играешь. Таури-сан, ну и что, найдет ли 2 единицы урона? А это Квартермайстер, это Тру Сильверы. Но Нет, не Алдор. но не Алдор. И теперь есть ли варианты? Летать ты не можешь. У твоего А оппонента тебя Dark оппонент Bomb убивает. плюс Soulfire это ровно летал. Просто четко-четко 17. Трусильвер Хила давал бы нет. тебе, паладин давал бы тебе летал, Трусильвер выводил бы тебя с рейнджа, да, возложение рук тоже бы его спасало, в принципе. Не спасает сейчас Фьюри. И несмотря на то, что Легендарен пропустил летал, он выигрывает эту игру. А я тем временем ставлю галочку, обязательно пересмотреть эту игру. Потому что больно уж смазал он концовку, судорожно пытался проатаковать. Он вроде начал считать летал, а потом это все смазал и в результате сделал другой ход Ну, и. это определенная ошибка, потому что, ну, там был летал до этого. То есть, по факту, легендара. Ну, было бы на самом деле справедливо, если бы он эту игру проиграл. Если бы Нес топ-декнул. Да, ну то есть ты миссуешь летал, и за это тебя должны наказывать. Но. В Хардстоуне бывает всякое, иногда ты миссуешь летал и выигрываешь турниры. Или Да. четвертьфинал, например. Ну а я все еще, честно говоря, ожидаю информации по формату проведения, потому что либо сингл, либо дабл элиминейшн. Потому что если у нас будет проходить в одном из форматов, то вместо 7 матчей будет 15. Но у Калента все еще будут шансы. Я надеюсь, это будет 7 игр, потому что, ну, все-таки Single Elimination это более жесткая система, она интереснее на самом деле. То есть. Она не оставляет права на ошибку. Да, ну вот потому так что вот. вот Double Elimination я за что не люблю, и вот в Hearthstone, и в других играх команды несколько халатно, что ли, подходят к играм. Команды, игроки, то есть ты вышел, ну, проиграл, потом по лузерам прошелся. В лузерах оппоненты по факту слабее. Ну, такое. Мне кажется, что Single Elimination это вот как раз идеальная система, потому что все, то есть ты прошел в группах ты поиграл много, а тут уже все, четвертьфинал проиграл, до свидания. У нас вообще эти Insomnia меня удивило необычайным форматом проведения. Они в группах решили сделать круговуху, то есть ребята должны были играть, в результате были тайбрейки, переигровка. Мы привыкли, плюс еще не будем забывать о Last Hero Standing, мы привыкли к конквесту, к гораздо более жесткой системе, без вот этой всей возни, что ли, в некоторых форматах. Ну, а здесь, конечно, чуть позатянутей. Во-первых, немного затянуто, во-вторых, не все матчи мы смогли понаблюдать Да, на но стриме. Из-за того, что в группе была круговая система, то есть это, соответственно, если играет 4 человека в группе, должно быть 6 игр. И по факту мы откомментировали вчера, если я не ошибаюсь, 12 игр, по-моему. А в сумме, соответственно, их было 24. Ну, то есть мы откомментировали ровно половину. То есть половина игр не попала на стрим. Ну. И там, между прочим, в этой половине игр играл и Калента, и Трамп, и Лайфкоуч. Достаточно печально, что такие ребята не попали на стрим. Не, ну, то есть они были, но они были всего по одному разу. Не посмотрели мы все их матчи, хотя некоторые шли очень хорошо, и хотелось бы увидеть поболее. Тут, кстати, неплохой старт от Несса. Да, Несс прямо киберспортивен во всех пониманиях этого слова, то Урисан. Никак не зачистишь. Ну никак. Ну даже через 2 Mortal Coil и удар беса, ну не зачищаешь ты. Ну зато сейчас можно подроваться и еще и стапа сыграть. Или сейчас поднять какого-нибудь археолога.
Археолога нет, тапаемся. Но смотри, у него есть синергия с драконами, у него есть сумеречный страж, есть главарь банды бесов, достаточно липкое, сложное существо. Но при этом у тебя все бы неплохо было бы, если бы нету урисан, стоящий на столе, еще один ход. Вот это ну, прям я очень думаю, плохо. Я думаю, что даже оба враса сыграют в дроп. Нужно удешевлять карты. И когда у тебя стоит урисан, нужно максимально дроваться. Я уверен, что сейчас не появится Дарнаска. Ну, вот два, именно два враса в дро, два гнева на один, выглядят очень круто. Ну, я думаю, первый гнев добор, он посмотрит, что зайдет, и там уж по ситуации. Кто знает, может, там зайдет, не знаю, какая-нибудь тень, которая покажется ему более важной. Или все-таки Дарнас и способность героя. Вот интересно, что сейчас выберет нас. Можно ударить по имгангбоссу, добрать его гневом и поставить Дарнас. А я бы... Вот достаточно сильно рискуешь, потому что ты подставляешься под бомбу, под беспощадный, подо все на свете. То есть, коль у тебя уже есть козырь на столе, вот этот 5-5, то может стоит идти в лицо максимально? Учитывая, что у тебя мало карты, в контроль ты бороться не сможешь. Ну, это под вопросом на самом-то деле. Ход что так неплохой, но так, по крайней мере, пустой стол, и ты оставляешь шанс, что он не найдет чем добрать. Ну, все, что ты сейчас реализуешь, это... Рор на один. По факту и Враз на один, и Эзур Дрейк за 4 это не value. И вот тут интересно, легендарам будет рисковать и стрелять имплоуженом в Императора или все-таки играть гарантированно через бомбу? Соблазн очень-очень велик дать беспощадный, но если ты если не отстреливаешь... на 2, это будет такой провал. Но бомба выглядит медленно, вот в чем дело. Причем ты еще и с тапом играешь. Да, следующим ходом ты вроде караптором добиваешь гарантированно, но это еще один ход для друида. Под Теурисаном. Имплоужен. Давай на 2. На 3 на 3. Все-таки. Ну, было бы забавно, если сейчас имплоужен летел на 2. Ну, я боюсь, что стул не выдержал бы под игроком, потому что это очень ответственный момент. И что приходит? Приходит Латиба. Способность героя добирает беса, и, наверное, Дарнас доберет второго. Или все-таки пора бить по лицу? Думает Несс. Ну, малое количество Марилоков использует сейчас Аргуса, тем более, учитывая, что он играет через два имплоужена, я не думаю, что там есть Аргус, поэтому, возможно, беса бы не было смысла сейчас собирать. Возможно, он обыгрывал какого-нибудь сержанта, плюс лик, чтобы дракона засейвить, плюс еще что-нибудь подобное. Там просто все равно один бес остается. Тоже верно. То есть, как бей, все равно будет размен. Сейчас, кстати, будет дракона разменивать или все-таки бойца? Там седьмой ход, там может быть лорка. Поэтому нужно бойца менять. Я думаю, да. Я думаю, что нужно выставлять караптора вот как раз для того, чтобы, как ты абсолютно правильно говоришь, к седьмому быть готовым к лору. Ну, или абсолютно так. Но вот если ты разменял бы древо, если бы ты разменял бойца, да, не было бы древа. То но при этом у тебя кристалл... стол бы слабее. Дракон бы менялся в караптора, и в результате спеллпауэр еще стоит на столе. То есть тут очень интересная круговерть. Что одно, что другое существо достойно размена. Одно, чтобы опередить розыгрыш древа, второе, чтобы быть готовым, собственно, к этому там древу. Там просто, почему я согласен с выбором караптора, потому что там стоял Таурисан, и вполне возможно, что этот лор удешевился. Тоже он абсолютно мог верно. Быть за 6. Угу. То есть это мы видим руку Несса. Кстати, не решает менять через враз, хотя он мог бы гневом на 3 и способностью героя как раз за 3 маны добрать караптора и поставить крошера. Но все-таки играет через лора, отдает его под размен. Ну а тут, посмотри, то комбо, которое я так сильно люблю. Сержант, опытный охотник. И как оно круто заезжает против друида. Да, выглядит очень шикарно. И бомба в бойца. И Несс теряет стол. Нужно поднять свайп. У легендарина рука выглядит неплохо против друида. У тебя есть синергия с драконами. Когда ты начинаешь насыпать на стол сумеречных стражей 3-6, твой оппонент начинает напрягаться. Потому что пройти это... Боже, это нереально пройти. Это ужас какой-то для... А ты тем временем раскручиваешь, тапаешься, поднимаешь необходимые тебе карты. Не знаю, ставишь ты Урисана, накапливаешь урон и просто убиваешь. Но рука у друида очень неплохая сама по себе. Тут есть сложные существа, такие как Крошер, есть Кипер, чтобы
тут сыграть в подсейв, возможно, где-то. И плюс еще и ремувал, такой как гнев. Ну что, гнев, крошер на стол, добор сержанта и Big Game Hunter оппонента. А что в ответ может сыграть сейчас Легендарн? Ну, 7 маны, это страж. Я думаю, да, я думаю, это страж плюс имбанк босс. Слишком уж сильно смотрится этот стол. И поход в лицо. Но, что хотелось бы отметить, у Легендарна до сих пор нету комбы. То есть, да, он классно контролирует стол с помощью существ, но вот комбы нету и нечем пока леталить. В свою очередь, у друида также нет комбы. Причем Сумеречный Страж сейчас большая проблема. Рев не хотелось бы отдавать, есть возможность сыграть, возможно, через Кипера. Но это минус Сайленс. И ты под Кипера больше ничего не сыграешь, потому что у тебя 8-й кристалл, и в руках остаются 2 пятерки и Big Game Hunter. Ну, возможно, темпо опытный охотник, учитывая, что там отстреливает только Доктора Бума. Да, может быть. Потому что это очень слабо, если просто с Кипера сыграть. Или все-таки сыграет свою игру Несс. Несс прям... Видно было, что он сейчас на камеру показывает, что он очень не нравится ему любой из ходов. И все-таки Хранитель чаще появляется, до размен сейчас Караптора, Секретчик, и будет ли темпа Big Game Hunter? Возможно, Wild Growth для 10-го кристалла. Да, это Wild Growth. Медленная игра. Медленная игра. Да и существо оставляет желать лучшего, этот безумный ученый. Ну, а тут, наверное... Дракон-дракон? Да, вот, наверное, мне тоже больше нравится ход через Twilight Guardian и Twilight Drake. Сумеречный дракон плюс Сумеречный Страж. Да. Ну, сначала можно выставить Twilight Drake, он получит на одну единицу больше хп, а потом, потом Страж. Или все-таки, к примеру, сыграть Azure Drake и Mortal Coil на 2, добрать стол. Ты через Mortal Coil на 2 можешь полностью добирать стол, и тогда даже двойная комба тебе не летает, потому что у тебя 23 единицы здоровья. Нет, все-таки Twilight Drake и Twilight Guardian. Получается, приходя с лазурным драконом Ликом, ты не реализовываешь свою ману до конца. А такой ход дает тебе, в принципе, неплохой стол и достаточно жестко реализовываешь ману полностью. Эх, жаль, что у друида нет секретов. Было бы забавно. Давай только вот не путай белое с черным. Друид, там секреты. Хватит, у друида есть пни с ревом, у них есть Таурисан. Эти парни могут на второй ход тебе поставить, я не знаю, Доктора Бума, например. Да. Ты еще секреты под это хочешь, например, морозную ловушку какую-нибудь. Мне кажется, это было бы слишком. Ну что, 2 друида в таунт или, например, друид лотоп? Да, все-таки. Появляется Латхиб на столе. И как его разменивать? Есть Караптор, удар, Караптор... Ну, летала тут нет. Выглядит, ну, кстати, 6. Достаточно странно. 6 нет. Ну, даже близко нет летала. Можно максимум 10 внести. Ну, нужно разменивать стол, потому что, играя против друида, ты всегда боишься комбы, а таунт у тебя по факту только один, и таунт довольно хиленький, 3-6. И тут уже скорее одно из двух. Тапаться играть вот с Караптора, да, наверное, и что-то находить. Или все-таки немного по-другому. Вот... Друид 4-6, какое же это неудобное существо по здоровью. За свою ману просто нереально неудобное. И очень мало классов могут его без проблем разменять. Просто заклинаний. Это вар за счет слэма, при этом еще да, условия или, там, или маг за счет фаербола, да. Ну а по факту для Soulfire неплохо. Ну да, разменивает стол сейчас. И вот интересно будет разменить кипера. Как же он сильно сейчас встрет под размах. Да. Если сейчас топ-декнет свайп Несс, а это нет, тень. Это тень всего это лишь. Тень. Размах выиграл бы тебе время. Если не игру. Потому что размах сейчас, который забирает абсолютно весь стол Марилока, выглядит нереально круто. А вот что делать? Друид... Может быть, даже... А если друид отдать в рывок, разменять хотя бы таунт, лицом добрать того же дракона 4-1 и поставить тень? Ну, если тут ход лучше... Неприятная ситуация для Несса.
Он слишком сильно проиграл стол, но, наверное, друид в рывок плюс способность героя выглядит логичнее всего. Нет, друид в таунт. Ну, это очень пассивно. Вот с это одной стороны пассивно. Нужно было чистить, а ты бы убрал 3-4, ты бы убрал 4-1. Таким ходом ты ушел в глухую оборону, но это тебе не приносит дивидендов, потому что тут просто нереальные размены могут быть. Абсолютно никаких. Сейчас дракон 4-1 вместе с... Ну нет, Hellfire, который зачистит весь твой стол, это такая себе идея. Ну да, и Mortal Coil на 2, и дракон 4-1, который. Ну ты сейчас мог... просто отдаешь дракона 4-1, даешь, высчитывает урон. Подожди. Адская 4. Адская 4 плюс Hellfire 5. Да, это летал. Но тебе нужно сначала давать Soulfire. А, вот в чем дело, потому что если ты даешь... Нет, ты даешь Hellfire на 4, и потом ожог все равно на 4, даже несмотря на то, что Азур Дрейк умер. Да-да-да. Если бы было чуть побольше здоровья у друида, то данную последовательность уже бы не сыграла. 2-0 для Легендарена. Мне кажется, что Легендарен сейчас оправдался в глазах зрителей за тот пропущенный летал просто-напросто. Вот таким вот ходом. Да, потому что в предыдущей игре мы напомним, что Легендарен пропустил летал, причем ну там как бы довольно несложный был летал, просто Corruptor Bomba Soulfire. Ну а тут он летал, нашел. И ну, неплохой Hellfire. Касательно зрительского голосования, 59% у нас проголосовало за Легендарена, больше его знают. Но при этом все равно 41% поддерживает Несса. Наверное, лайнапы импонируют, или все-таки его игра, вот учитывая, что он квалы прошел. Ну, я думаю, что Несс, в принципе, для многих наших зрителей приятен тем, что это молодой игрок, он прошел через квалы, ты его хочешь... Подбодрить, ну, всегда, чтобы он показал себя. Да, всегда хочется видеть новые лица, это приятно. И похоже, что это контроль, приезд от Несса с энтомбами, новая колода, ну, относительно новая, которая появилась после Лиги Исследователей. А тут Маригас Чернокнижник. Судя по руке, там какая-то жесть. Вот тут Чернокнижника. Ну, зомби чё на первый ход. И есть очень две сильных четверки. И для нас это будет невероятная проблема, потому что зачищать вот этих Twilight Drake'ов, когда у тебя нет сайленса, проходить через таунты 3-6, это все очень тяжело. Ну смотри, там тоже очень интересный ход. Есть клирик. Монетка, щиток. Да, монетка, щит. И все, ты уходишь с рейджа. Разве что сейчас топ-декает бомба. Да, вот только бомба сейчас спасает Легендарена. Если Несс сможет добирать карты так, как ему это нужно, а он сможет, судя по всему, набирать эти карты, то я думаю, что у Мали Лока могут быть проблемы. Но невероятные причем. Но достаточно интересно. У нас вообще очень любопытное противостояние нас сейчас ждет. Учитывая, что это Мали Лок, он может вписать тонну урона. В свою очередь, Несс это контроль прист, это не дракона прист. У него может быть много хила. Плюс обрати внимание на Мариэль, которая бомба, также дает хил. Поздно, бомба. Очень. Очень поздно. И тут уже появляется Дезлорд. Или будет дважды дроваться сейчас Несс. А вот тут главное не пожадничать, потому что встречали мы пристов, которые жадничали, Калента, кстати, один из них. И за это наказано сразу. Да, вот помню я один из интересных матчей, Калента против Нейрии, по-моему, но это было достаточно давно, где-то полгода назад, где ребята прям приз на приста, или приз на вара, по-моему, приз на вара, Калента перебрал. Я эту игру что-то не вспоминаю, это какой-то слишком олдскул. Ну, там, да, один из таких... ранних турниров, где Калента просто надролся столько, и мы просто понимали, что он жадничает. Вообще, на самом деле, в матчапе прист на прист, вот эти вот жрицы могут часто сыграть тебе же во вред, потому что твой оппонент также может хилить стол. Ну, их надо грамотно реализовывать, без сомнения. Но что здесь будет делать Несс? Есть у него большое количество опций, плюс он еще и подроваться может. Только будет ли он это делать? Да, может быть, просто сыграет библиотекаря вот того самого, ту самую новую карту 1-2, которая раскапывает... А потом ударится Дезлордом. Сейчас со способностью Дезратл, да. Подробуется. Ну, или тогда сначала, наверное, удар, хил. Или все-таки сначала искать. Да, все-таки сначала выходит смотритель музея. Как же мне жаль, что у нас нет колод на руках от этого турнира. Я вот не уверена, дорогие зрители, что эти колоды вообще будут опубликованы, потому что мы уже не раз повторяли, что в последнее время что-то не балуют нас колодами организаторы, но, в свою очередь, мы со StarLadder'ом обещаем вам, что колоды с первого и второго группового этапа будут буквально на днях, это понедельник-вторник.
вы сможете посмотреть колоду. Я надеюсь, что все-таки где-то будут публикации. Касательно колоды, что хотела сказать. Вот очень интересно, какая колода вот досконально у Несса. Плюс меня радует контроль прист, потому что контроль прист, в принципе, может пободаться с этим Малилоком. У него просто, почему мне нравится больше контроль прист, у него нет такой зависимости вот от этих синергий с драконами. Ты не должен терпеть и ждать того, чтобы тебе там зашел дракон, потому что без них твоя рука выглядит бесполезно. Ты можешь играть так, как тебе удобно. Плюс у тебя огромное количество АОЕ, а у Кинайки с кругами, у тебя большое количество опций за счет рубак, плюс подхила этих рубак. У тебя есть раскопки, ты можешь найти какие-то интересные вещи. Вот мы обратили внимание на голема наверняка за 6 маны для... Киллбот из Дезлорда. Ну, это неприятно. Провал, да. Однозначно. Ну и как отвоевывать стол у нас будет? Несс? Ну, пока непонятно. Ну, есть Холинова? Ну да, ну как бы да, через Хоринова, наверное, логичнее всего. Но вот надо уходить в любом случае в доразмен с Караптором. Может быть, даже сначала удариться жрицей, для того, чтобы с Хориновой ее похилить. И взять побольше карт? Угу. Именно для этого. Или в начале Хоринова, а потом уже в доразмен. А может просто... быть, Дезлорд разбить, похилить? Это достаточно пассивно, учитывая, что Дезлорд погибает у нас. Вот интересно, что сейчас выберет Несс. Просто Холинова, ты хочешь оставить Холинову под мелочевку от оппонента, чтобы зачистить махом. Да, у тебя есть пиромант. Да, там имплоушенов играет у нас две копии. Но присты у нас обычно прижимистые, они не отдают свое АЕ до последнего. И пиромантер появляется на столе. А вот и, собственно, беспощадный. И как раз с беспощадным ты можешь забирать пира. Возможно, на это сейчас и байтит Несс для того, чтобы его оппонент сыграл беспощадный, и он через Холинову отбил. Вот интересно, как сейчас будет действовать Легендарен. Я думаю, что бомба плюс дракон выглядит тут наиболее благоприятно. И бомбой добирать пира. Азур Дрейк. А теперь можно через Mortal, через два Mortal Кайла добирать. Круто. Сыграл, по-моему, Дезлорд на руку как раз-таки оппоненту. Да, твоему, но вот в этом минус этой карты. В этом минус карты Дезлорд в том, что она дает некую рандомность. Ну и будет ли обыгрывать он какую-нибудь световую бомбу сейчас? Потому что стол уже, в принципе, смотрится неплохо под любой АОЕ. И Аукинайка с кругом, и Холинова. Робота Войс, судя по всему, у нас. Ну, дорогие зрители, заранее извиняемся. У нас, на самом деле, поток идет от организаторов. Надеюсь, что они будут по мере возможности фиксить свои проблемы. Да, то есть это не у нас в студии происходит, поэтому вы не серчайте. Ну, зато хоть поспамят роботов. Да, зато спам роботов. Кстати, за это, ну, не за спам роботов, но в целом за то, что вы информируете касательно каких-то проблем со звуком и с картинкой. Да, спасибо вам большое. Огромное спасибо, потому что, ну, мы стараемся следить за чатом и... А вот это ты очень зря сказал. Ну, не всегда, то есть, смотря, что происходит в чате, вот, но... В сумме стараемся следить за чатом и смотреть, что там происходит. И вот как раз такие сообщения, они очень нам помогают. Ну что, давайте возвращаться к игре. Тут можно дальше спамить стол Варлоку. Дракон, главарь банды бесов. Как же я не люблю, играя за приста вот этих драконов. Это просто невероятно. Вспоминаются времена, когда на этого дракона Сайленс играли. Сейчас присты, в принципе, Silence не играют. И с ним бороться становится очень сложно. Ну вот что сейчас делать? Да, у тебя есть вроде бы бомба. Но лайт-бомба вообще не поможет тебе зачистить этот стол. Причем она скорее еще против тебя сыграет, учитывая на столе главаря банды бесов. И будет через...
способность героя. А вот Аукинайка это достаточно слабый ход, учитывая, что ты убираешь только одно существо. Да, вот было бы кольцо, конечно, можно было бы идеально защищать. А вот без вопросов. Кольца выглядит Аукинайка откровенно слабовато. Я просто вижу, честно говоря, реакцию Несса, и мне что-то не нравится. Потому что у него в этой встрече есть все шансы выиграть. Но очень уж он как-то странно оценивает свои шансы. Я вижу, что он уже паник. На самом деле такое чувство, как будто он уже проиграл. Ну, возможно, молодой игрок проигрывает 2-0. Тут, ну, как бы... Тут не стоит забывать, что все-таки игроки, которые сидят, это не роботы, это живые люди. А, возможно, там в зале кто сидит. Фаербат пропускает летал? Пропускает. Да, да. Ну, то есть, там, возможно, в зале сидит его девушка, какие-то друзья, ну, которые на него смотрят. Это на тебя давит. А он, между прочим, покраснел. Да, ну и ты волнуешься, ты проигрываешь 2-0, ты можешь сейчас вылететь с турнира. А там вчера, возможно, вечером ты рассказывал, что да я, короче, завтра вообще там... То есть, ну, в общем, вот эти истории, да? Да, да, ну, как бы тяжело, тяжело это именно в моральном плане. Да, вот, пожалуй, присоединюсь именно к тому, что в моральном плане очень сложно проигрывать 0-2. Да. При этом тебе нужно... Вот Hearthstone — это не та игра, где тебе поможет импульсивность, скорость или это еще точно. Что-то. Тут вот чем холоднее ты, чем холоднее твой рассудок, да. Чем сконцентрированней ты, внимательней, тем лучше. Тут на эмоциях, обычно эмоции играют против тебя в этой игре. И что будет делать нас лайтбомба? Но лайтбомба не зачищает идеально весь стол. Все равно ты оставляешь дракона 4-4, оставляешь главаря банды. И тут еще император Таурисан, на которого теперь нету ответа. Ну, ставить Таурисана, наверное, достаточно рискованно, учитывая, что на руках у тебя с дэмэджа только ожог. Ну, в любом случае, это неприятная карта 5-5. Однозначно, поймаешь ШВД, ну а вдруг нет? Вдруг там не будет этого заклинания. Маловероятно, но кто знает. То есть, ну, он классно перехватывает инициативу, именно император Таурисан. Все-таки Таурисан, все-таки главарь банды бесов, и еще 6 урона в лицо сейчас со стола. Ну, в идеале это ШВД плюс кабалка. Ну, это идеальное решение. Это хоть что-то. Нет, ШВД... Вообще что непонятно. Делать? Это вообще непонятно, ужасно. Что делать Нессу. Похоже, что это игра. И это выглядит действительно очень грустно. Потому что колода должна, в принципе, неплохо-то играть. Да, но получается... потому что контроль, прист, колода сильная. Но что стоит отметить? Контроль, прист, как и любые другие присты, отвратительно играет с варлоками. Единственный варлок, которого любят все присты, это Зулок. Против хендлока, демон хендлоков, ренолоков, малилоков, пристам тяжело. Там много карт как раз со статами, с атакой в 4. А прист не может его законтролить ни ШВД, ни ШВП. Единственный твой вариант играть через уменьшайстер. Ну, тяжело здесь присту, ну и матчап не в его пользу. И поздравляем легендара на 3-0. Пока что первая сухая... Победа у нас в четвертьфинале. Ну, а у нас еще впереди очень много матчей. Как-то неуверенно выглядел Несс. Возможно, действительно, какое-то психологическое давление, расстройство, невнимательность. Но в целом, я бы не сказала, что это была игра вот в одни ворота. Нет, то есть Несс не выглядел слабо. Вот Несс как раз выглядел классическим неопытным игроком. То есть вот не хватило ему, ну, как по мне, именно моральной составляющей. Ну, вполне может быть. Ну, а у нас, получается, уже сформирована первая полуфинальная пара. Это Супер Джиджей против Легендарена. У нас уже есть эта пара, но к ней мы вернемся попозже, потому что у нас впереди еще два четвертьфинала. Это Ксикса у нас сыграет с Висала, и Life Coach сыграет против RDU. Впереди самое вкусное, да? Наверное. Ксикса, который по факту неожиданно выстрелил, ну, лично для меня, я закончил на первом месте, и Висал, который выбил Кранича и Тайса в своей группе, и также вышел с первого места. Так что далеко не уходите, нас ждут еще два замечательных матча. Ну а там полуфинал и, конечно же, гранд-финал.